Ну, вот такой вот, думаю, все намного проще. Никаких схем, в кавычках. Китай вполне законно может поставлять оружие Белоруссии, а Лукашенко отгружать его Российской Федерации. И кто им что скажет? Нет, вы не правы. Дело в том, что если Китай поставляет открыто и официально поставляет оружие Белоруссии, то передать это оружие третьей стороне Белоруссия может только с разрешения Китая. Неважно, в открытую она это передаст или в закрытую она это передаст, но если отследят, что там пришли патроны и Белоруссия передает их России, то Китай тут же попадает под вторичные санкции. Ну, Беларусь, соответственно, то есть Беларусь под первичные за поставки вооружения стране, главному спонсору терроризма, как в Соединенных Штатах она классифицирована, Россия. А Китай попадает под вторичные санкции, потому что с его разрешения это оружие передается. Причем никто не будет спрашивать Китай, давал он это разрешение или не давал, потому что он должен контролировать. Таков закон оружейного рынка. Он должен контролировать Беларусь в плане передачи оружия третьим лицам, только с его разрешения. Вот. Так что тут вы не правы. Тут, ну и вот то, что я сказал в военно-политической обстановке, что вот то, что написал The Economist, что россияне, кто-то в Российской Федерации, такой добрый дядя, надо грамоту ему выписать, жалко, не знаем кому, на чье имя, слил, что Россия просит у Китая оружие, а Китай вроде бы как хотел согласиться на это, но мы не знаем точно, хотел или нет Китай соглашаться. Но тем не менее Россия слила в сеть, от имени России слили в сеть, что в информпространство, что Китай собирается поставлять России оружие. Теперь поставки вооружения под огромным вопросом. Скорее всего, их не будет. Ну, их и не должно было быть. Я не думаю, что Китай пошел бы на конфронтацию с США и Европой. Поэтому повыпендриваться, да, поторговаться как бы в своей значимости, да, Китай мог бы. Но поставки оружия вряд ли.